Меховая ярмарка открывает новый модный сезон. В полюбившемся многими магазине почти полностью обновилась коллекция шапок. Среди 2000 моделей головных уборов даже самый взыскательный покупатель найдет тот, о котором мечтал. Помимо женских шапок из натурального меха, фетра и шерсти, в ассортименте магазина представлены и мужские. На витринах меховой ярмарки более 2000 моделей шапок. Кепки, картузы, шляпы, береты, ушанки. Демисезонные выполнены из трикотажа кашемира, фетра и текстиля, зимние из натурального меха. На выбор модниц – головные уборы из норки, астрагана, песца, чернобурки и блюфроста. На зиму, конечно же, выбираю меховую шапку. И к хорошей, шикарной шубе нужна нетривиальная шапка. И именно здесь, именно в этом магазине, я подобрала себе очень даже необычную модель из очень хорошего меха. Все шапки произведены на фабриках Москвы и Краснодара. Среди многообразия фасонов легко найдется модель, подходящая как молоденькой девушке, так и даме элегантного возраста. Здесь также можно найти головной убор из модного цветного меха. Аппликация в моду вошла в этом году. И в прошлом году она только входила, но в этом году прям в тренде. Капор на любую девушку тоже подойдет. Многие не любят капюшоны, тогда вот эта вот моделька, конечно, заменит головной убор. В поисках необходимой модели шапки на меховую ярмарку могут заглянуть и мужчины. Для них головные уборы из меха норки, енота чернобурки, а также демисезонные драповые кепи. На покупки за наличный расчет действуют скидки. Любую вещь можно приобрести в рассрочку на 2 года. Меховая ярмарка располагается на втором этаже торгового центра «Контур» по адресу улица Бориса Ручьева, 7Б.